Кать. Чё? У тебя такие глаза красивые! Неужели? А тебе никто не говорил, что ты самая красивая девочка в классе? Нет. Я всегда мечтал о такой прекрасной соседке, как ты. Ну что, проснулись? Тем не менее, сейчас будем писать небольшой проверочный диктант. Как диктант? За что диктант? Я еще и ни одного правила не выучил. Ну все, Катька, видно, не судьба. Прощай. Стой! Не уходи! Я помогу. Правда? Мы справимся. Да. Дай списать. А какой номер? А ну-ка, тихо работаем. Дай списать. У тебя получилось? Почему это получилось, что вопросы? Ты чего? Ничего. Так пиши давай до конца урока вон. 15 минут. Не могу. Почему? Просто когда ты рядом, все мои мысли только о тебе. Че, совсем что ли, дурак? У тебя получилось. Пс. А что там в этом вопросе получилось? Че? А, списывай. Только быстрее давай, чтобы Марья Ивановна не увидела. Да. О, привет. Здорово. Привет. О, видали? Офигеть! 6 пятерок за 3 дня? Если так пойдет, я скоро на медаль пойду. Вот что значит приятные слова. Эх, я тоже так хочу. Ладно, пошли. Сейчас вы сами все поймете. В порядке. Эй, чё? А Скалкина-то где? Не знаю. Домой, кажется, ушла. А у кого теперь геометрию списать? Привет! Я новенькая. Лена, можно я к тебе подсяду? Ну, садись. А то у меня дальнозоркость, а очков нету. Класс! Лен! Отлично выглядишь. Ты тоже ничего. Вау! Чё? У тебя такие бицепсы крутые. Ты чё, качаешься? Ну да. Я обожаю накачанных парней. Слушай, только между нами. Я в химии не бум-бум. Дашь списать? Ну, да. Ну, и по остальным предметам тоже, ладно?